Украинцы, белорусы, немцы, канадцы и другие на московском этапе гран-при «Весенние ласточки» лишь заполняли паузы между выступлениями российских и китайских спортсменов. В прыжках с 10-метровой вышки солировали Алексей Кравченко и Сянь Янь. Особо тщательно готовился китайский спортсмен. Сначала отправлял в полет собственное полотенце, потом за дело брался сам. О чем думают перед прыжком спортсмены из Поднебесной, выяснить не удалось. Английским, тем более русским, китайцы пока не владеют. Алексей Кравченко признался честно, боязно. Когда начинал, не помню уже, давно был. Да, наверное, страшно, как и все, не боятся только дураки. Говорят, что за сборную Китая выступают роботы с железными нервами.